Господи, покровительница наша, и наша на перечке пользуйся образ, во право рождения Господне, и в глазах твоих на собору, ты же чудодействие, и носите на место явления твоего, да все удивляющиеся чудеса носи, воспеваши Богу, аллилуйя. Thank you.
посвято Елисавет, и возопи гласом велим рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди, мати Господа моего, ко мне. Себо яко быть глаз целования твоего во ушию моею. Празднующая пречистая Богородица того и спасение, нетленно даровася и неразрушимо, веселье и надежда и искупление к даду твоему и всем людям твоим державу неразрушиму, пресвятая и даду твоему утверждение. Пресвятая Богородица, спаси нас, твоей Божественной. Благослови, душа моя Господа, благословись, Господи. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывайся воздаяние Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой. Премудрость прости. Умалил зрак раба прим, в подобии человечествем быв, и образом обретися, яко же человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные, тем же и Бог его превознесе, и даровай ему имя. Внеди Иисус, весь некою, жена же некая имени Марфа, прият его в дом свой. И сестра ей бенарицаемая Мария, я же и севши при ногу Иисусову, слышаше слово его. Марфа же молвише о мнозе службе, ставши же рече, благословенная Мать Господа нашего, припадаем и поклоняемся Тебе, предсвятую чудотворную икону Твоею, воспоминающую дивное явление Твое во граде сем, смиренно молим Тебя, благая заступница рода нашего, сохрани под кровом милости Твоя церковь Твою святую, грации всю страну нашу православную и всех притекающих Тебе с верой и любовью. Oh.
Владыко, благословен Бог нас, всегда на ней присный во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, души и силы, и небесный, и вся во всех заповедях Господних настави и сподоби нас мирные христианские кончины и доброго ответа на страшном суде Сына Твоего и Бога нашего. Его же моли за нас матерними молитвами Твоими, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да помилует нас по велицей и нереченной милости Своей. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение за безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом всегда ныне и присно и во веки веков. Подобие преподобные, уважаемый Юрий Николаевич, дорогие братья и сестры, братья-казаки, сердечно поздравляю вас с праздником Урюпинской иконы Божией Матери. Милости Божией вам! Урюпинская икона является нашей заступницей и защитницей. И многие из вас уже на своем опыте ощутили помощь Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что она покровительница нашего края. Волга Донской земли – это главная наша святыня. Естественно, мы обращаемся к ней с помощью и с просьбой и молитвой о устроении как нашей личной жизни, так и жизни нашего города и вообще нашей страны. Я благодарю управляющего Градской митрополии достопочтимого владыку Федора, что он сегодня возглавил богослужение праздничное и приехал поздравить всех вас, дорогие мои урюпинцы, и всех, дорогие мои братья и сестры, с этим праздником. Владыка Федор, я благодарю вас за внимание ваше и желание именно помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее заступничества и попросить прежде всего помощи в вашем таком очень непростом, нелегком деле управления всей Волгоградской митрополией. Спасибо вам. Почтимое казачество, дорогие братья и сестры. В жизни каждого христианина Божья Матерь играет особое значение и особую роль. Особенно Русская Православная Церковь отдает ей великое внимание и дань уважения не только как Матери Бога и Матери всего христианства, всех христиан, но как скорой помощницы и заступница всех скорбях, болезнях, бедах, напастях и жизненных обстоятельств. Мы знаем множество икон Царицы Небесной в разных странах, в разных регионах, в разных городах и весях. То, что Матерь Божия хочет благодетельствовать людям своим, показывать им свою милость через эти чудотворные иконы,
из многоразличные свои области. Так исторически сложилось, что в Волгоградской земле в каждой епархии чтится свой образ Божией Матери. Здесь мы почитаем коленопреклоненно Урюпинский образ, в Калачевской епархии мы чтим Псковскую икону Божией Матери, но о Волгограде расставился в дни Великой Отечественной войны образ Царицы Небесной, который именуется Сталинградской. Вот таким образом Матери Божия покрыла своим покровом, своим молитвенным выступлением всю нашу Волгоградскую землю. И особенно для нас это важно, понимая триединство Божества, праздник которого продолжается ныне, что мы являем собором епископов тоже триединство Церкви. Отрадно, что в празднике сегодняшнего дня участвует вся полнота Церкви, и все гражданское общество, и представители государственной власти, и, конечно, казачество, для которых Урюпинская икона Божией Матери имеет особое драгоценное значение. Этот образ явился некой рабе Божией, благочестивой крестьянке в ветвях дерева, тем самым призывая нас к молитвенному восхождению от земли на небо, чтобы мы больше свой духовный взор обращали не к делам мирского житейского попечения, а к небесным обителям нашего Отца, желая угодить Ему своей жизнью и своим христианским благочестием. В сегодняшнее непростое время, когда размывается понятие добра и зла, когда сложно увидеть грех в нашей жизни,